Смаил на земле. Да. Что-то выглядит все. Ростик плохо. В чате. Однажды мой пенис разыскивал ФБР. Стрей предложил спрятать его у себя ща щекой. Пацаны, отодвиньте щеку, его выпадет сразу. Ха-ха-ха, блять. О, сын КВНщика, блядь. Слушай, ну, сын КВНщика. Ты не переходи грань. Охуеть, разъеб. Да, тоже, ты знаешь, мы тут, конечно, ну такое тоже пиздец. Так, что тут у Кристальца? ФБ был на Селере, кстати, потому что хил он не качает, я полагаю, да? Прокачал свой кисель. В итоге напоили киселем его, ну так и было. Да не, я считаю, что это... говно. Это хил надо брать на линию в 2. И это очень помогает. Кисель там часто вообще не завязаешь толком. Мигалками. А тут подвышку. Подвышку. Второй Magic Missile. На! Ебать, тычка! На! Минус дурачо. Селери. Кисель. Ну, Селери. Кисель, давай. Но он не умрет, наверное? Или я буду глаз за ним. А, слушай, ну а да не умрет. А усатый да. Вульва по игре что-то будет говорить? Или вы позвали этого сына пердежа? Чтобы байтить на донаты с его попусканием, Алиже продолжает позориться на Твиче. Слушай, а как на это ответить? Ну-ка. Нет, ну смотри, если я отвечаю, вы все равно говорите, что попущен. Нормальный пацан, спиздил о ключе. Да идите нахуй. Ебани разок на сигнал. Я бы если игнорируешь, затерпел, блядь. Если отвечаешь, попущен, а что делать? Вопрос. Нам нужна какая-то комиссия собраться вместе, консилиум. Соберем сегодня вечером. Обязательно. Сядем, обсудим этот момент. Блядь, груша. Ну, то да, ну или плюс тысяча. И все, как бы сидишь. Нормально. Что-то Квин пришел, даже Пупей убить не может. Отстану верну. Пупей порвался! Ну я блядь. Пупей. Ой, Кристаллис, кисель. Как вот заваривается, и понятно, то в проблемке, топу. Дов погибать, мне кажется, спрятался здесь. Здесь Брюхенса, но пошла ёбка. Ой, топу. Топу, возможно, погибнет. Разор, много дэм. Разор разваливает. Свен умирает, все дохнут просто. И, дорогие друзья, Пупей, его это команда. Минус 5. Сосали S. Бля, это минус 5 да, просто. Да. Ну, блин, ну, честно, большие вопросы, конечно, к секретам. А куда они лезут на Брюмастера? Ну, Брюмастер руль только получил. У вас ботинки в инвентарях. И вы сами... Квин очень много раз дал драку урону. С ним. А папины дочки? Ему кто-то сказал, этому челу из папиных дочек. У тебя не будет сына. Опа, Китан. О, груша с базиликом! О, ямич впитывает. Ой, по таймингу. Так, нормальный, да, по таймингу. И голема повел. Повел. Главное, ой, Кристаллис, как же больно! Ёлы-палы, Весел, он не умрет, вроде. Или умрет. Ой, сосет все равно. Ну да, сосет, убегает. Так. Свен в итоге выжил. Голем от Титана. Голем редкостный хуйтой занимается вообще. Он пандой не контролирует, невероятный. Короче, ой, я вспомнил, что хотел сказать, сейчас скажу. Так. Так, там опять груша базилик. Селери вроде улетит. Да, улетает. Свинья летает. Летающий хряк, блин. Сваливает там. Но, кстати, это летающий хряк, это виверна, да? Видимо. Нашли. Нашли, трахнули. О! Найс попытка. Ну, как говорится, найс трай. Короче, Вальвы все испортили, появились вот а эти вот этого. Опа, свап! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блять, это из мувика Virtus Pro все. Да, да. А, добавили вот этих вот демонов, дерьмодемонов из киселя, и теперь, когда ты нажимаешь просто кнопку контроль всех остальных юнитов, они, блять, выделяются, голем не выделяется, это, сука, невозможно контроль. А демоны, они как появляются в киселе? Когда ты кисель ставишь, где-то каждую секунду, или, может, каждые две... И бегут в тебя взрываются. Но демон высирается и бежит в кого-то. А это не шардом разве? Шардом, ну, шардом, да. А так они появляются из любого юнита, который умер под бандой. Банды, да. Когда? Кстати, клин. Против Разора, против Свапа, на самом деле нормальная тема. Так, Ямич на него нападает, но с другой стороны тоже нападение какое-то. Селери должен погибать, здесь что на Виверну нападает нормально. Когда темнеет в дом, работает. Слышно, как Рамзес бьет банковской картой по экрану своего айфона. А? Это типа... Ага. Усложнение юмора произошло. Ну вот это уже, да, это уже многослойные пошли. Так, опа, Пупей. Пупей просто слул за компом, что-то, чувак. Он затерпел прям жестко такой, ну давай, да, на меня падает.
Ядерная бомба. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Кристаллис пытается выйти отсюда. Егис не хочет просто так на халяву отдавать. Придется. Ну, возможно. Но, кстати, если он надо 100 егис, дальше он могут. Ну, у него БКБ как. Так, Разор прыгает с Хиксон! Разор с Хиксон! Ну, слушай, Квин! Квин! О, хорошо! У Разор Хекс! Да. Прикольно, кстати, он придумал парк-спака. Реально, это нормальная тема. Ведь пак ловить сложно было. Голова барана. Это Биг Брейн. Это Биг Брейн. Такс, вот он Хекс поздновато, правда, там же человек успел нажать кнопку, опять катается сумайл, что-то понятно, и тут он! Гера-гера-гералёт! Забери меня в полет! Ну, кажется, проебали они игру в этот момент. Хотя, Селери, какой же он толстый, ракеты еще залетел, Кристаллис, проблемы испытывает, пытается дать телепорт и сдох нахуй. И, хотя, ну, слушай, ладно, они на самом деле убили трех героев тоже, просто они потеряли двух коров, что unlucky. Все потеряют тупее, очевидно, за ним уже ракет. Хотя, погоди! Дурачок отошел. Успеет ТП сделать? Ну, вряд ли. А, у него и ТП нет, да. О, фига, Пупей! Вард спалил, Пупей. Та-да-дам, та-да-дам. Да-да-да, да, и Вард спалил еще плюс ко всему. У него этот лотус да. Кстати. О, а вот это фраг. Хорошо. Хекс на Разоре делает много. Весьма. А, между прочим, вот так. Вот лотус, Кристаллис. Сам себя заставил. Ну, то в БЗ уже учили проблемы. Колден Брейс пока что. Потом Мэджик Миссайл. Опа. Да, били. Пивко есть, налил здесь Кристаллис. Кристаллис БКБшка нажимает, и чё? Чё-то... Ну и что? Бля, чё он... Чё-то не так нужно действовать было на Свене, да. По-моему. Да. С имеющимся сатаником и включённым ультом. Пофармить лес. Лес, да. Вот теперь их... Так он их мог... Разве не мог? Да пиздец, ну он... Да, это без... Он просто... Блядь, это Витюн какой-то. Бля, БКБ... Так бездарно БКБ ебать. Ничего не сделать. Пока 3 в 1. Ну и всю команду. МБЗ тоже, по идее, да умер. Хотя он очень быстро. Ух, жестко. Банда себя подвезла. Да. Я, кстати, такого... ну... Пивко и сейчас клапит просто на рандоме. О, не стал. Ну, блин, кстати, странно, что он не стал. 3 в 1 они хорошо поменялись. Да, по итогу, да. Ну, Свен это просто шок, конечно. Крит, цель на дэмэдж. Это дэмэдж твоего кэрри. Ну, там он по пандам что-то нанес, но он никого не убил. Он пробегал все БКБ. Этот урон просто не засчитался. Вот, ребят, так вот. ЕС, если посмотреть на список его изменений с самого начала, там вот такие листы А4 в каждом патче. О, брюшко, вкатились. Я пас. Пас кальяна. Я, наверное, тоже. Сейчас я устал от него. Ой-ой, Свен ворвался, Виверн убил. И этого. Раз, раз, раз. На. Голем на развороте, Свен опять съебывает. В этот раз, возможно, правильно. Сука. Хотя, вот, вроде и правильно, а вроде, сука, да действуй уже до конца. Нахуй я сдохнешь, хоть что-нибудь сделаешь, может быть. Да, нормально. Нормально, но не особо. ФБЗ убежал. Какая-то невнятная драка. Вроде начали хорошо. Но просто... он ворвался в Брю, но Брю разложился. Типа, просто в этой драке Разор с ЕСом ничего не сделали. Вообще. Разор вообще в ней не было. ЕС нанес. А сколько дэмэджа, блин? Это ваш мидер. В одной драке то Свен 100 урона, в другой драке чел 170. Брюмастер не смысл фокусить. Понял? Не убиваешь. 5 прокаток дал. 170 урона. Ну, это знаменитые. Пупей еще будет Аганин. О, увидели. О, так от начала. О, рефреш пошел Хекс, еще один. Так, Аегу выбили. Так его также выебут, нет? Верно байбекнулся. Пупей убили. Их поймали на поводок. Ну да, тут, конечно, все потрачено, и сатана, и в лотус залетает. О, ну все, выкупился верно и все зарешал. Груша с базиликом. И Варлок там хилится, пытается. Только я мяч улетел. Варлок еле жив. Серия из 8 убийств была у Сумаила. Да, у него было 7-1-7. 21 тысяча. Им просто банально сейчас урона не будет в драке хватать, чтобы все... Ну, им уже не хватает. Они вот сейчас поймали, но тут Аегис был. А теперь Аегиса нет, ну теперь полная жопа. А сколько Пупея до Аганима? Дохуя. Дохуя. Ну, не дохуя. 1200. Аганим бы, кстати, помог. Аганим у нас... Ну, сейчас, на самом деле, вот если они... Они две стороны... Ну, они две стороны отдают. Две стороны и... отдают. И вроде бы это ничего, потому что если бая нету верно. Ну они сейчас Егиса... отдают героев два бая уже. Да. Ой-ой-ой. Ну хотя бы не две стороны тогда. Брю без ульта. Ой, пизда. А, Брю с ультом. Свапнули мужчину и, блять, вот тут они точно не будут. Ну все, это да, его еще панда. Ну было близко.
Там реально вот аганим на винге, и внезапно уже выигрывается игра. Чуть-чуть не дошли до своего пауэрспайка. ГГ. Вау. Это было быстро. А чё, кого возьмут в итоге, ребятки? Это... Это медовый разор. Это медовый разор? Чё? Или это медовый Тайдхантер? Нет, это медовый разор. Ну, кстати, Тайд же тоже против ТБ, но он же не режет урон иллюзиям и... Ну, он режет урон самому ТБ. Короче, лайнинг очень простой для Тайда. А потом просто шмотка. Ну, как Эйс сказал, типа, это просто тебя не убить, там берешь метеор, сломал эту вышку, сломал ту, что-то бегаешь. Ну да. Ну, собственно, примерное описание Тайда, игры на Тайде. Ты арбуз, тебя пытаются... Сейчас снизу лучший пик, как будто бы. Ну, возможно. С таким драфтом. Но здесь как будто... Я думал, волк и зайцем пометить. Это другой фанфик. Так, Эйс. Ты выложил, где... Граната. Блин, у него уже две гранаты закинули. На арбузе? О, а он такой мягкий, как вот этот арбуз, который лежит. Ну, он же первый. Это упругий, кстати, а не мягкий. Такой. Вот так, вот ФБЗ, мало ХП, Тофу! Ой, ФБЗ вроде как выживает, Тоф там дерется против Ямич, что-то все как-то еле живут, все коцаны. В итоге Бист от чего-то сдох, я даже не понял, чувак. Тофу чем-то его сжег, да, но он его убил топорами за это. Типа разменялись. Забавно. Пупей. Ай, кабан работает! Бочка, Пупей! Ой, нет, грены, Пупей пришибло, кажется. Нет! То он как будто бы мог попробовать еще поиграть. Но не попробовал. Да, в итоге дурачок Силери тут выживает. ФБЗ идет, топоры кидает одни. Хочет еще топоры, кстати, замедлил. Немного дурачком. Он дурачок подхилился. Просто у него стики, похоже, имеются. ФБЗ еще топорики. Чон. Настакивает. Разминает. Ну, Трент все захилит здесь. У всех на рабочем столе усатые бумеры. Такие с этими лицами стоят. Так. Терблейд по Эйсу. Эйс нажмёт. Не сомневайтесь. Эйс всегда жмёт. На Эйсен Страйк, кстати. Там много стаков было. От старости. Он реально упал. Ты видел, как тот шёл? Блин, ну вообще гладиаторы очень плохо пока играют. Две невнятные раваги вообще незачем было играть. Если ты смотришь, как Эйса бьют на Тайде, у него есть ульт, не будет ситуации, чтобы он его не нажал. Я ни разу не видел. Он всегда сжимает и куда-то идет. Ну, походу, это реально так. На арбузе. Поэтому, ничего удивительного, но по факту, конечно, не супер это круто. С этими равагами чуть пополезнее бы исполнить, чем просто сдохнуть. И тратил, чтобы какая-то в миде убить разора. Анук Тарнат, Анук Емпи под него. Ультимейт шоу Дудем, но очень медленный, однако захил от Феникса. Квин не умирает вроде как, а вот эту равагу на разворот кристаллиц использует Сандер. По Эйсу работает, Эйсу плохо, это уже дурачок идет. Как войдет. Куда он? Он Пупея пошел, взял, зарезал. Войдет. Твоих ебаный свет. Ай-яй-яй-яй, как больно будет. Им, однако, наорали, неплохо получилось. Кристаллис начинает наваливать, дэмэдж есть, но тут Варкрай. Кристаллис всех покусал, никого да. не убил. Зевс нужен какой-нибудь или что? Или Бладсикер. Какие все битые просто. Блин, это пипец. А в кого ты плюнул? Я вообще не знаю, ФБЗ. Знал, что так и так убьют. Карает здесь. Задрот. Блин, как же... Дальше пошел. Смотри, пошел. Все, сдохнет здесь. Да. Близок. Тут как будто мало урона. Слушай, бьет. Да, насколько гладиаторы хорошо играют, блин, в эту игру. Ну, и просто каждый получил дэмэдж. Каждый отошел. Просто они все побитые, но все живые. Как, они как в этих микро кастомка, микро ворс, где тебе нужно всех отводить, чтобы все были битые, но живые. Warcraft. Идет все Лерри. Ага. Плазма Филд. Сталин терзатель. Блин, было бы забавно, если ты стоишь на терзатель на 20-й минуте, и когда он влазит, ты проваливаешься прям. Прямиком в ад, нахуй. О, а может быть взять его? Оу, какая равага, блин. Он зажался, он не может выйти. Он упал, а не ну давайте, Антоха! Блядь! Он такой, блядь, было уже все. Ну играйте, сука. Зажался? Ой, слушай, они же бьют. Да. Бам! И здесь будет минус Дристалис. Все, тут да, минус он все погибает, Ямич тоже. Короче, ну... Супернова корня, все. Ебут запасом. Ебут запасом на них. Ууу, Сумаил. Ууу. Ну ладно, еще не так плохо. Ну, это ну, пиздец хотя плохо. Бы ушли. Да, ну, хотя бы эти ушли, я имею в виду. Да, а так... после смерти Свена казалось, что все хорошо. Слушай, ну они... Разор много, да, может, да. Но они
это же называется как? Бездарь вроде. Когда ставится яйцо, тебя ничего не обязывает вроде как его бить. Ты можешь просто отойти. Ну, ты такой, и ты еще замедлен под этой хернёй. А что будет, если мы подойдем? А, может быть, это как твоя знаменитая история. У Шейкера нет прокаста, только у дерева нет корней. Ну, либо кто-нибудь крикнул, типа, дерево без ульта. О, давай яйцо бить. А потом у дерева-то оказалось есть ульт. Так вот по башке камнем. Камнем по голове. Разбежавшись. Мимо. Не то. Слушай. Эйс. Ой-ой-ой. Жарит его. Да хорош орать на всех, блять. Бездарь. Ладно, что не сделал. Убьют, походу, Эйса. Хотя еще хрен знает, убьют ли вообще. Нет, убивают. Да, убивают. Эйса Квин на ходьбе бегает. Понимаете, что-то пахнет уже. Ребята, это чем? Хочет Сандер Клигана здесь зарядить у нас Кристаллис, но не получается у него ничего. Назад в тупо разъёбывает индустрию. Там, о! Здесь. О! 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 Так это камбэк, мы что-то уже думали, что ничего не будет, а что-то будет, дурачью погиб. Вместе с Тим и Трент. Здорово, Зад. Здорово. Тело реально Балабам зовут, лол. Тебя реально, наверное, вы на границе не пустили? Но они, видимо, хотят, чтобы ты пришел до конца игры. Ну, чтобы ты уже был в аналитике, когда они на нее передают слово, видимо, они хотят. Но это мое предположение. Все так. Ну, вообще, по идее, там еще есть. Опять лечиться надо. Опять лечиться, да, наверное. Там с этим сложно. Там сложно, да, там, я и говорю, там отлично. Нормас. Так, дурачка, начинай ты. Да, блядь, яйцо хуёво побил. Ну, ты как бегите, сделайте что-нибудь, не проебите. Ой, сейчас метеор, думаю, какой по всем просто и Санрей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, ну это пиздец. Это пизда, да. Задел пару тявочек. Жесть. Сейчас ГГ напишет, и все. Это момент, в котором они проебали игру. На. Очевидно. Ну, красиво, конечно. Они делают все гладиаторы шикарным образом. Метеор просто по четырем героям, да, по-моему, влепился. Ну, Тофу впитал максимальное количество урона, нажал супернову. В момент, когда в него еще тычки фатальные летели. Блин, а чтобы он ее не нажал, он должен быть в каком-то контроле, уверенно. А, Свен 5000 урона. Все в куче стоят. Свен охуярит, бля. Как же это больно. И... А Найн, если так подумать, неожиданно выясняется, что он играл в миди на четверках частенько. Yeah. У него там всякие какие-то петухи, там, ну, короче, вот как и топ. Сасики там да, всякие. Пускарь, какой-то, на всякие шляпе, там, мерезка. И вот он на этих четверках... А можно? Бля, ну только аккуратно. Тайда. Ну... Да ёб твою мать, блядь, ну... Хорош! Блин, сейчас будут убивать Свена. Кстати, его поймали. Долбит нормально. Не хватает дэмэджа. Яйцо взрывается. Проблемы у Дристаллиса. Сандер не будет байбека. Нет. И это момент, который можно писать ГГ. Вот так вот я даже скажу, потому что ловить здесь уже нечего. Какая же равага, блядь, зашла. Вот, и там говорят, что они какие-то драфты ебанутые абсолютно с этим Топсоном в миде. Все его эти там дазлы, бэйны какие-то и так далее. Слушай, мне кажется, ну типа был бы ин сейчас, возможно, они бы разъебали. Но до инта еще время есть, я думаю, все потренятся. Посмотрим. И это уже не будет чем-то удивительным. Ну, вполне вероятно, да. Нам есть и такой вариант. Посмотрим. И найдут ли карту против этого. И сами будут это брать. Или банить будут, и все. Ну, на Dream League вот сейчас можно будет посмотреть первый перформанс Тундры вот в этом составе. Не играть на Dream League, наверное. Кстати, факт. Хотя, с другой стороны... Может, им наоборот может, надо и не факт. Им же нужна все-таки какая-то практика в этом составе. Ну, такая прям. Конкретная. Потому что тренировки тренировками, а турнир немного другой имеет статус. Если они реально сильные, это не сделает их прям слабыми. Это просто даст возможность им немножко подготовиться, но они все равно останутся сильными. Нет, секрет, конечно, но... ну... Ну, это не то, что секрет, это просто запас. Гладиаторы. Они просто намного сильнее, настолько сильнее, что... Они как будто даже ничего толком не делают, что-то туда-сюда. Гель какой-то просто пошел нафигел там на Свене, отдали кучу преимущества, но тут же взяли его обратно сюда. Блин, а... Мы, ребят, мы не запрещаем Азату разговаривать, он просто не разговаривает. Мы запрещаем ему какать. Сначала один сидел, кальян посасывал. Это место какое-то второй, такое, да. Что можно просто зачилиться. ГГ написали. Вот и гадкий конец. Кто-то под землей. У нас нет доты, но не бойся. Есть анонс для вас.
Оп. Для зрителей. Опа, давай. Мы все-таки решили сделать конкурс мемов. Да? Да, который будет проводиться вот как раз за эту картину. Ого. Скоро совсем появится пост в телеграм-канале Stopper Hub. То есть у людей буквально нужно вечер будет есть, чтобы, да? Отправлять мем. Да, до завтрашних игр, наверное, до второй карты первой серии. Можно присылать. Ну, люди просили, картину, я видел конкурс мемов. Я подумал, что мы решили его не делать, просто чтобы не делать. Нет. Решили то сделать, есть, чтобы то сделать. То есть вот подарок людей, я правильно понял? Вот это, бум. Да. Но можно еще что-нибудь дорисовать. Время есть. Мы должны попросить, по крайней мере, Стрэй нарисовать что-то плюс Травомана, плюс... Может, еще кого-нибудь. Может, сегодня Максим Павлов зайдет, тот самый Шадотек. А! Которого ты не позвал. Шадотек. Да мы вчера наебенились. Что он рассказал какие-то истории, я не помню. Я думал, что он кейсер. А он говорит, нет, я не кейсер. А потом мне говорит... Какой-то Аункерия. Я говорю, кто это? Он говорит, ну, игрок фест такой. Я говорю, кто? Вот. А он говорит, ну, это все знают. Ну, игрок все знают в КСе. Кто? Известный стример. Он еще был в Академии Нави, насколько я помню. И после этого он стал стримером. Да, легенда. Ну что, вот оно, ребята. Гладиатор выиграли. Secret TSM будут играть. Прямо сейчас, напиздел, завтра. Завтра будут играть Secret TSM, и потом победитель против Гладиаторов в гранд-финале. Кстати, я не знаю, есть у них, ну, точнее, какой у них план вот на паузу между финалом лузеров и гранд-финалом. Какая-то пауза там всегда будет. Что-то так, паузы большие. Гейминг послушаем. Продолжаю свой стрик. Дженкинсом расскажут. Даже не только стрик на протяжении года, но и на протяжении этого турнира. Итак, они восьмой раз в гранд-финале ланов в этом году. Вон, Олег уже стоит, чтобы сюда дурачей позвать. Так что сказать, что гранд-финал — это место, где они привыкли быть, ну, это, в принципе, ничего нового. Здесь они постоянно... Ну что? Как у тебя ощущения? Ты в гранд-финале? Ну что, продолжайте стрик свой. То есть сначала вы стрик прерывали на Риаде, теперь продолжили его. Все логично. То есть гейминг-гладиаторы, по сути, нанесли ответный удар. Отомстили. Вы жаждете крови. Квин, прокатись мне яйца. Ну нет, давайте к Тофу. Тофу. Can you demonstrate it? And then Quinn. Квин сказал, что ты специально походкой выходил. Нет. Квин, повтори эту походку. Да, я просто ходил как босс, вот так, пошатываясь. Он сказал, что он ходит как персонаж из GTA. А ты не хочешь? Может быть, где-то я застрял, когда напротив стены, в стену уперся и типа шел. На самом деле, игра была хорошая. Они играли хорошо, но мы играли четко по нашим таймингам. И, возможно, когда я буду выходить, вы увидите мою походку босса. Я повторю ее. Так, теперь Квин на очереди. Я так плотно пахал. Ну что, как Квин? Как ты думаешь, против кого в гранд-финале будешь играть? Против TSM или Secret? Ну, TSM разрывают в последнее время. По сути, они TSM могли и против Бискост проиграть, но у них была отдрафт. Так, ты против Сива играл на миде. И он... Да. Против Хиактаки, он тебя сделал. Да. Давай так. Доту лучше играть Best of 5. Я проиграл Хиактаки, потому что я кашлял, чихал и прочее. Best of 3 так себе, лучше Best of 5. Так, Свен против ТБ. Это обычно матчап пользу ТБ, когда он берет Скади. Не, их две. Ну а теперь получается, Скади на ТБ это не так помогает выиграть ТБ. Ну, на самом деле, Свен поломный герой, если его... Вот тут 556. Свен против ТБ это все равно еще нормальный матчап, но тем не менее... Все-таки Свен сейчас довольно сильный герой. Селлари. Твоя команда постоянно в гранд-финалах. Пожалуйста, расскажи, какова была ваша подготовка за день до этой игры, до этого матча? Вы специально не готовились, просто поспали хорошо? Ну, покушали хорошо? Нужно покушать, выпить парочку. Нужно меньше стресса, хорошо спать, хорошо есть, и тогда будет преимущество.
То есть, получается, гранд-финал для вас обычный день? Никакого стресса? Нет, вообще никакого стресса. У нас будет удовольствие, веселье, мы будем наслаждаться гранд-финалом. Я жду с нетерпением. У вас, по-моему, в день гранд-финала предыдущего был рамен или что-то такое. Я вообще не знаю, откуда ты это взял. Покажи, что в твоем стакане. Это зеленый чай. Я не знаю, как показать, что там внутри. Ну, предложение сделать. Вот, зеленый чай. Это твоя традиция для каждой игры. Позор селлери. Именно так. Выписанный из... Да, если я зеленый чай пить не буду, то я сразу проиграю. Если кто-то захочет подгадить селлери, пожалуйста, прервите поставку зеленого чая селлери. Ну, я не думаю, что кто-то хочет сделать подлость этой команде. Но мы передаем студии аналитики слово для того, чтобы они объяснили, как они это сделали в очередной раз и как они продолжают доминировать на арене.